Искусственный интеллект будет обрабатывать показания водяных счетчиков в Нижегородской области, а значит, больше не нужно будет вводить данные вручную. Достаточно сделать фотографию счетчика и загрузить ее в личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала. Изображение обрабатывается почти моментально, менее чем за одну секунду. Дальше система самостоятельно распознает всю необходимую информацию. Данная услуга уже доступна на сайте ресурсоснабжающей организации. Для регистрации в личном кабинете нужно указать фамилию, имя, отчество, e-mail и номер телефона. После регистрации пользователю необходимо привязать к учетной записи свой лицевой счет или договор по нежилому помещению.